Фатиму Жакыпову накануне освободили от должности вице-министра образования и науки из-за плагиатного скандала. Докторскую диссертацию вице-министра Жакыповой проверили на плагиат. Правда, сама Жакыпова утверждает, что диссертацию писала сама. Происходящее она назвала медиашантажом. А пока в МОН разбираются, был плагиат или нет, журналисты Тенгри ТВ вспомнили. Самые громкие скандалы, связанные с плагиатом, либо обвинения в использовании чужого интеллектуального труда в Казахстане. Поехали. Сходство логотипов Рухани Жангру и Леглю де Патмос Театр обнаружил казахстанский пользователь Facebook Егор Кочетов. Как выяснилось, французский логотип в виде разноцветной птицы появился в интернете еще в 2009 году. А на страничке Леглю де Патмос Театр в соцсетях он был размещен в 2013 году. Совпадение двух рисунков вызвало бурное обсуждение в казахстанском сегменте Facebook. Министр информации Даурен Абаев попытался объяснить удивительное сходство двух рисунков. Да, действительно, логотип имеет определенное сходство. Достаточно даже такое серьезное, но я не думаю, что речь идет о плагиате. Будем отдельно разбираться, сказал Даурен Абаев. Впрочем, позже эксперты пришли к мнению о простом совпадении, а не плагиате. А в 2017 году разгорелся еще один скандал. Пользователи сети нашли большое сходство чайки на банкноте 500 тенге с такой же фотографией из Википедии. Оказалось, снимок сделал известный швейцарский фотограф Марсель Бургхарт. О том, что такая же чайка появилась и в Казахстане, он узнал из интернета. Когда я узнал о произошедшем, я немедленно сравнил два снимка. Это 100% моя фотография, использованная на банкноте. Для меня это честь, конечно. Однако я считаю, что должно быть и признание. Дизайнеры заработали на моей фотографии, что очень нехорошо. Я думаю, как минимум нужно признание моей работы. Сертификат от Нацбанка РК с изображением банкноты и компенсация, сказал швейцарец. Однако Нацбанк отказался признать факт плагиата, ведь все птицы одинаковы. В дальнейшем швейцарский фотограф решил оставить споры о подлинности чайки, выразив мнение, что ему ничего это не принесет. Но осадок, как говорится, остался. В 2017 году в столице, тогда еще Астане, проходила международная выставка «Экспо-2017». В самом центре выставки построили круглое здание – павильон «Сфера Нуралем». Это уникальное здание в форме шарика диаметром 80 метров. Однако фанаты «Звездных войн» сразу же заявили, что купол здания напоминает вымышленную боевую космическую станцию «Звезды смерти» из фильма. Журналист американского издания Foreign Policy Джеймс Палмер в своей статье написал: «Казахстан потратил 5 миллиардов долларов на звезду смерти, которая даже не стреляет лазерами». Справедливости ради стоит отметить, что если сходство со звездой смерти и есть, то не такие уж и большие. Монумент и одна из самых главных достопримечательностей Нур-Султана – Байтерек. Сначала его сравнивали с Кубком мира FIFA, потом обнаружилось сходство с Байтерека с советским сувениром. Все началось с того, что блогер Сергей Смагин опубликовал в интернете фотографии советских сувениров, один из которых очень сильно напоминает столичный монумент. Однако президент Союза архитекторов и автор Байтерека Акмурза Рустембеков заявил, что сам монумент запатентован и до настоящего времени споров, связанных с авторскими правами, не возникало. Байтерек означает «молодое, крепкое, растущее дерево», символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни. А какие случаи плагиата знаете вы? Напишите в комментариях, а также не забудьте подписаться на наш канал.